отмечу вот какой момент. Несмотря на то, что, конечно, было бы просто прекрасно и отлично, чтобы каждое колесо было идеально ровным, на мой взгляд, все-таки наиболее важным составляющим сборки любого колеса является равномерное натяжение спиц. Именно при достижении равномерного натяжения спиц мы получаем максимально крепкое и надежное колесо. И поэтому всегда сборка колеса, даже пускай самого дорогого, это некий компромисс между его ровностью и равномерностью натяжения спиц. Ровных колес практически не существует. В основном это только если какие-то карбоновые, либо сварные алюминиевые обода. Но так или иначе, не стоит гнаться за максимально идеально ровным колесом. Лучше гнаться за тем, чтобы ваши спицы были натянуты максимально равномерно. Это, на мой взгляд, лучше скажется на показателях колеса. И в первую очередь, конечно, на его долговечности и прочности.